человек, вот вы почему-то на его природу смотрите пессимистично, я ничего в этом пессимистичного не вижу, человек – существо социальное. Он должен нравиться своей группе или умереть. Это наша природа. Вот это, вот если нам, так сказать, натура что-то говорит, она говорит нам это. Мы должны быть одобрены своей группой. Поэтому мы соблюдаем нормы, поэтому мы адаптируем те поведенческие практики, которые видим вокруг себя, как бы удивительно они ни были. Мы хотим, чтобы нас похвалили, хотим сами тоже, так сказать, одобрять и хвалить других, хотим быть хорошими в своих собственных глазах и в глазах своего окружения. Поэтому, что нам говорят, то мы и делаем. Воспитание в себе субъектности, своей личности, которая может задать вопрос, а правильно ли поступают люди вокруг меня, а надо ли мне им подражать. Это очень высокий уровень развития. Мы радуемся, когда мы наблюдаем его в себе и в окружающих, но требовать его от окружающих мы не имеем права. Что мы имеем право требовать? Так это мы можем требовать от начальников, от людей с ресурсом, с мегафоном в руке, чтобы они не проповедовали одичание, используя те ресурсы, которые им на самом деле не принадлежат, которые ими захвачены у граждан.